Друзья, с вами, как всегда, канал на YouTube Тагир ТВ. И сегодня у нас новая рубрика под названием Блоккрафт. Всем привет. У нас там какая-то бешеная собака воет. Это не собака, это волк. Какая разница? Собака произошла от волка. Это девочка-волк. Так, мы здесь сейчас обустраиваемся. Это волчиха. Мы это обучалка. Мы вас забыли ознакомиться с игрой. Здесь, короче, надо строить домики, и вам будут давать денежки. Да. Но это как в реальной жизни. Вы строитель, вам дают деньги за то, что вы строите домик. Правильно? Да. Смотрите, там и есть меню, где можно... Вот, смотрите, заходите в построить, вот и у вас есть... Знаете, вот эта игра у нас еще давно была. Мы ее потом, Потом вам покажем, какие у нас дома были. Пипец, да? Смотрите, вот. Здесь, короче, надо дома выбирать вот из вот этой вот, короче, штучки. Да, из этой кнопки построить. Там есть и конюшни, и там всякие эти. Мы всегда вот так строили, быстро вот так. Вон, видите, уже 43 набралось. Нифига себе. Надел. Так. Давайте. Там еще надел. Есть. Это мастерская. Короче, это... Кузница, наверное, какая-нибудь. Нет, это просто мастерская. Там велики всякие, шпиндюрень. Ну, смотрите, сейчас мы покажем его. Сейчас. У нас... Что, да, обычный домик? Вот, что он колодцы смотрел, взять? Да, сейчас. Можно просто вот так сделать бесплатно. Это как бы неинтересно. Да, вот, построить теперь можно. Сейчас, вот. Вот сейчас мы вам покажем. Теперь тогда просто... Дома такие были. У нас даже вот до этого не доходило. У нас дальше прям было, да? Да, да, да. У нас смотрите, вот у нас рынок был. Вот, вот это еще. Вот это, театр, вот это. Вот это. И вот мы много-много в эту игру играли. Короче, здесь почти все у нас. Да. Вот это у нас тоже была гостиница. Да. Цитадель не было. Ну, дальше у нас больше ничего не было. Ну там частицы да. Было. Это. Ой, что там, новый дом построить можно. О. Так, каменный домик, давай. Прям да. Вот. Нет, ну, здесь. Чтоб спаун был прям внутри этого дома. Вот. Ну ладно. Ой. Так. Не понял. Ой. Колодцы так. Оказались. О, полностью. У нас есть телепорт. Короче, в этой игре с телепортом, если вы как какую-нибудь дырочку упадете. О, вот, мы телепортнулись. Теперь можем спокойно строить этот домик, блин, отшпиндурить его полностью нафиг. Ой. Ой, извините, ребята. Посмотрите видео, чтобы получить алмаз. Да. Как раз сейчас алмаз получим. А. Так, смотрите, ребята. Сейчас мы быстренько построим каменный домик и еще что-нибудь там, например. Ну, даже не знаю. Короче, что будет, то будет. Там, думаю, опять какая-нибудь фигнюшка нам выпадет, но я даже не знаю. Ну, колодец у нас уже есть один. Столько играть, чтобы получить. А смотри, вот в этой игре есть там эта вода, я забыл просто. Да. Так, извините. Это не обязательно играть. Не обязательно. Да, можно. Нет, вот нет, надо. Нет, не надо. Зачем играть? Просто вот так сидишь и все. А, да. Так, все, выходим. Создать новое задание. Не задание, а о, смотрите, здание. Здесь есть деревни такие. Другие, здесь их можно смотреть. Нет, там, это не деревни, это постройки. Можно к себе построить их. Но также есть и деревни, да, разные, да. Всякие. Не деревни, даже сити есть.
Например, есть... Господи. Москва-сити, Ташкент-сити, пока он еще строится. Так, они тоже так сделали, Ташкент-сити, типа строятся всякие там, поставили штучки, дрючки. Каменные пока сделали, типа, это, сначала же идет шпаклевка. 103 диктарки, нормально. Пак! Настоящие соседи. Нам же это так это нам не надо. Давай посмотрим пользовательские эти. Так, понятно. Смотрите, мы вот недавно ее скачали, вот только можно сказать сейчас даже. Видите, у нас здесь обучалки там всякие. Вот, вот как выглядят все деревни. Давай это... ну тут и посетимся, какой-то большой. Ну, это какая-то как. Да не нужно нам скин девочки. Ладно, давай тогда. Скин. Пока. Надеюсь, сейчас я тогда скину побудем. Взять. Ну, взяли. А, да? Красный. А, серая. И штаники. Ну да. Так, сейчас идет поиск деревьев. Кота какая-то говно-то. Кота 27 тысяч лайков у этой деревни. А у некоторых мы видели по миллиону. А у нашей деревни раньше было сюда какой-то. А, в форме сердечки. Понятно. Вот. Так. Это Дубай Сити просто. Это, короче, та теплица. Давайте зайдем сюда. Нет, это дом. Это камин. Давай поднимемся наверх. Да, что только там? Здесь какая-то лестница, блин. Чего наш персонаж прыгает? Так, так. Перила поставите. О, это типа спа-центр какой-нибудь, да? Релакс-зон. Давай потом мы себе такой же построим, такой еще лучше. Ой, взлегай, господи. Надо вот в эту дырочку. Опа. Теперь пошли в Дубай Сити смотреть больше. А куда? Вот сюда, да? У него так мало зданий. Это еще кто-то у нас. Карту. Фью. Нет, ну так-то норм. Но... Выпрям на крышу. А вдруг мы сейчас упадем? Фиг. Мы прям на краю! Ну смотри, если мы упадем, ничего не будет. Ваня! Бум! Песок здесь какой-то прыгучий. И все? И что? А как нам наверх подниматься? Где наш девятиэтажка, блин? Ну давай девятиэтажка, это вот я не знаю. Ну-ка. Так, давай, о, это что за какая-то фиолина? У кого мало лайков, у того это красивее, да, у кого много лайков, вообще не некрасивые как будто какашки, да? Нифига себе, ты прав, офигеть, кобзда, я же тебе говорил, пипец, полный пипец. Где хочешь искупаешься? И в лаве, ферма и в воде. Какая-то у него вообще пипец. Это как бы это. На это пирата что-то? Похоже, блин, какого-то. Это вообще какие-то. О, там какие-то блоки. Давай блин, вот эту поднимемся. Да, сейчас. А, давай. Вау. Алмазы, изумруды, мы. О, цветочки. Лошадь их топтает. Ох, ни хера себе! Что за вышка? Что, на лифте подниматься? Мы сейчас где? Уже? Мы сейчас вот здесь. У меня цветочки. Надо теперь туда идти. К этому. Ты, вот эта вышка? Нет. Ты готов? Где она? Арбузик там и был, кстати. Да у него вообще клевая деревня. Знаешь, что, наверное... А, мы вообще туда ушли. А, кстати, туда, в сторону. Да. Надо от пруда. Вот туда, да? Да, вроде. Так, давайте. Еще здесь комната? О, вот это, походу, да, дальше. Подожди, на карту стоп. Разгляни. Сейчас мы где? Сейчас, смотри, вот это здание нам мешает разглядеть вот это здание. Так, подожди, заберись вон на оно, вот это. Вот оно. Угу. Сейчас, заберись. Ой. А вот это...
Вот, давай, сейчас я заберусь. Да господи! Да блин, хорошо. Ладно. Да в него залезть нельзя. А. Тут телепортнуться, если. Телепортнешься, упадешь прямо в воду. Знаешь, что он, короче, какой-то... Не, Ман, ты все сделал? Да. Так. Так, теперь доберемся, давайте, ребята, на вот это. Мне очень интересно, что, что это за фиговина. Нет, ну это не фиговина. О, как хорошо бортики есть. Вот у многих вот таких вот подобных. А. Так, извиняюсь, мы упали из-за бортиков. Так, этим бортикам доверять не стоит. Осторожно. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Ой. Думал, я упал уже. Господи. Мне прыжок заел. Это типа какая-то винтовая лестница. Мы забираемся на вот эту вот фиговину. Мне очень интересно, что здесь. Там на верхушке. Что ты где-то на верхушке уже? Ну почти. На карту посмотри. Ни хера еще не на верхушке. Можете переть и переть. Но все равно мы быстро перем, да? Ну да. Знаешь, здесь какие-то эти... Ну как их? Перила какие-то, не перила. Они перила. Это нормально, это специально делано. Они держат просто здесь невидимые блоки вот здесь вот. Знаешь, нет, я свалился. Я вот, когда вот, смотри, первый... Блин. В некоторых местах тоже бывает нету. Ну да. Подожди. Нам еще, наверное... Как мы быстро! Ни черта мы, блин! Все, вот, за... мы пришли. За 5 минут уже и усё. За 5 секунд, блин, скажи еще. Та-да-дам! Только не упади. Это наоборот красиво. Бала-бала-бала-бум. Бала-бум-бум-бум. Как красиво, да? Супер гипер. Красиво, да? Да. Вообще. Клёво. А что здесь за... Это какая-то... А, это поезд. А, да, типа это поезд. Это типа вагон, что ли, или что это? Давай теперь на вот эти заберемся какие-нибудь фигурки. Нет, давай другую посмотрим. Знаешь, что как клёво деревни исследовать, а строить свои как-то... Не знаю. Давай вот эту. Дифтелька. А? Вот смотри, у него мало лайков. У него деревня, походу, красивая. Наверное. Голола. Что такое голола? Не знаю, голола. Голола. О, нифига себе, здесь спаун. Да, спаун и... И супер-гипер-лифт. Воу! Как будто тормоза, да? Угу. Так быстро спустились. Ух. Красиво, пацан. Я же говорю, у кого мало лайков, у того красивые эти. А это просто яма, я думаю, там шахта какая-то. Ни черта себе. Это опять дырка. Так, давай зайдем в какой-нибудь домик, мне не терпится. Ну, кроме вот таких. Зайдем. Мне очень нравится самодельный. Ну, смотри, у него вот много... Вот мы сейчас вот здесь были. У него много лишнего. Естественно, смотри. Футбольное поле? В смысле лишнего? Ну, в прямом. Ну, знаешь, смотри, у него много недостроек. Можно вот так сказать. Здесь какая-то еще... Что он на всей карте не делает? Как в одном месте ничего не делает? Да пусть, наоборот, разбросано. Ну да, вообще клево. Только вот перейти на него, на телепорты тратить. У нас еще при себе 8, да, телепортов? Больше нет, наверное. Вот. Вот еще. Сейчас мы пришел. Ты погнал? А где сейчас? Скажет, так где мы? Ой. Тагир, я в лес какой-то попал. Я шел и, короче, это... И в лес попал. Да, я шел, смотрю, есть домик, забрался. Что за домик, я не знаю. Да. Какой-то непонятка. Ты, короче, зашел отсюда? Куда? Вот отсюда. Думаю, о, красивый домик, катан спит. Вон там катан-игроман спит. Надо посмотреть, как зоопарк.
Давай другие какие-нибудь еще домики. Зачем? Вот. Я как-то туда попал. Ты телепортнулся, да? Нет, вот здесь лестница. А можно было там лестницу продолбить, точнее. Ну, вообще здесь, на улице, как-то это... Экология. По экологическому, блин. Вот здесь лестница дальше. Потом я туда пробрался. А здесь еще? О, что это за замок принцесс какой-то? Ну, это как бы 3D-шное специально. А, это типа это, как вон. Вот для игр есть же такие вот домики строят? Такие, игровые как бы. Нихера себе. Ну, вот я здесь был, вроде. Что он здесь храм какой-то устроил, блин, с своими факелами? Эти факелы нам мешают спуститься, блин. Пути! Ну что, давай самим строить что-то такое. Неприятно, другие смотрите, а самим не строить. Так. София, мир 07. А, ладно, пошли играть. Играть. Сейчас давай сами здание построим, которое. 140 изумрудиков. Давай сами построим какой-нибудь самодельный. Ну даже не знаю. Давай, да. Знаете, как здесь хорошо то, что есть всякие эти кровати, мравати, там эти звери. Звери, короче, какого уровня? 3-го уровня. Ну, сейчас какой? 2-й. Да. Ой, пипец, как мало. Стой, давай из блоков пока что-нибудь строить. Нам осталось чуть-чуть. А, давай сейчас вот это построим. А, все. Да, ферма. И там как раз... И там как раз у нас 3-й уровень, и потом животные мы туда запихаем. Да. Только знаешь что? Жалко, вот фермы вот такие, эти бережки, они какие-то маленькие. Лошади на раз-два перепрыгнет, блин. Они такие непослушные, блин. Лошадки. На них здесь, кстати, еще и кататься, да, можно? Да. Нет, ну здесь самим можно же сделать под, как стекло, чтобы это дышало. Сверху. Ну да. Дверь сделать, строить какую-нибудь. Так, вот мы здесь строим. Так, вот нам чуть осталось, еще пипец. Нам осталось чуть-чуть. Что нам достроить, Костя? А, да? Знаете, мне очень хочется на кирку заработать. Кирка стоит 300, да, вот таких изумрудов? Да, она 300 стоит. Ферма готова. Так, у нас открылся... Так, да, нам нравится. Так, третий уровень, скажи. Вау! А, еще их покупать надо, ой, забыл. Блин, я думаю, на халяву. Нифиг. Так. Что ты хочешь сделать? Как курицу хотя бы купить, блин? Мало? А какое животное купим? Здесь они очень мало стоят. Чего? Скажи, какое животное купить, если... Только не вот этого ряда, вот эти. Ага. Ну, такое, посмотри, самое недорогое. Нет, шучу. Ну, хотя бы лошадь купи. Ладно? 200 алмазов. 100 алмазов, курица. Стой, можно... а вот это сколько? А нельзя 50 алмазов? А нельзя? Курица. Вот так сделать? И вот так. Пока у нас только курочки будут. Да? Да, 2 курицы. Еще здесь надо, знаешь, что? Здесь блоки поставить. Здесь блоки обычные. А дверь стоит. А, блин. Жалко. Жалко, здесь все платно. Ну, было бы бесплатно. Сейчас я вот... О, посетители. А, у тебя есть дверь. Да? Нет. Как? Вон уже она у тебя. А, да, нет. Так. Давай тогда.
одну курочку и еще. Так, куда же еще сделать? А, ну что-то сюда, да, вот красиво. О, вот клевый какой-то маленький домик мы нашли. Будем печатать. О, это деньги. Ура. Еще деньги. О, плюс два этих изумруда. Там еще. Ну, короче, дальше, походу, это. Короче, строим. Так, строим домик. Надеюсь, там курица не сбежит. Вот так пока сделаем, чтобы не сбежали. Так, ну нам, в принципе, чуть-чуть осталось, мамочка. Строим. Строим. Так, нам только крыша осталась. Так, надо быстрее строить. Что делаем? Да мы новый дом открыли. Маленький? Нет, большой. Как? Он же маленький вроде назывался. Ну, по форме большой. Ну да. Какие-то, вот, смотрите, разработчики странные в названии там всяких домов. Называют маленький дом, но на самом деле он нифига не маленький. Ну, когда строишь. А вообще внутри он считается маленьким. Большой, ладно, двухэтажный, вот такой трехэтажный. Маленький, одноэтажный, как... Блин. Папа Карло, блин, называется. Так. О, как удобно. Ой, курица сбежала. И лошадь пришла. Да он пусть. Да курица, блин, через забор перелазит. Спокойно. Да убежала, ладно, ничего страшного. Да? Угу. А где вторая курица? А, редкая тоже убегает. Быстро надо. Иди туда. Здесь блоки обычные. Красиво куда-нибудь поставлю. Вот хотя бы деревянные. Так, все. А теперь. Ой. Все, 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 все. Ой, это вообще надо убрать. Вот, теперь надо строить. Редкое, главное, чтобы не убежал. Это же редкое. Будет. Здесь по-любому гулять. Но она может за леса куда-нибудь, за моря уйти. Слишком далеко, ну пофиг. Ты, может, спустишься, блин? Мистер Курица, миссис Курица. Ты это хочешь? Вот я хочу сделать. А смотри, блоки, они без, это, бесплатные, да? Да. Но потом их добывать надо. А, ну да, их. Как все сделать? Потом. Да потом ломаешь дома и все. А, ну да. Ой. Здесь будет как лестница, да, вот такая?
Сейчас курица заснет, мы быстро это построим. Заснул? Да. Ой. И ночью спят все. Кроме нас. Вот видишь? Она не спит? Спит. А ты ее разбудил. Ладно, пофиг. Но теперь ты не сбежишь. Курица, блин. Курица жареный. Курица жареный, курица пареный. Так. Теперь с этой тебе надо строить два этих. Но здесь, знаешь, что? Можно здесь один слой сделать. Второй не обязательно. Второй вон там надо. Плать. Все. Если хочешь, сделай тут. Ты тоже хочешь сделать? Ну ладно. Может, делаешь? Да. Будет так красивее. Так. Так. Делай дальше, да? Так. Слишком далеко. Так, все. Все, самое надо... безопасное это. Забор, да? Сейчас. Так, ребята. А, мы здесь, да, мы здесь строили заборчик. Сейчас бистро строим заборчик до наступления утра. Как будто утро наступает, такое чувство. Но оно не наступает. Сейчас, ты забор, да, здесь строил? Да. Для кое-каких сбегателей. Да? Лошадь вообще легко перелезла. Блин. Забор? Да. Блин. Господи. Давай сделаем. А! Ты свалился. Ой, извиняюсь. Да. Здесь персонаж так высоко прыгает вообще, да? Капец. Блин. Вот все. И вот там. Утро наступает. Сейчас курица проснется, начнется побег. Великий собачий побег. Великий куриный побег. Так. О, господи. Так, давайте дальше строить. Конечно, моё. Это проблема. Так, строить наш заборчик. Даже вот здесь, на крышу, он тут тоже построит. Да, будет красиво там. Да, вообще. Вот так. А вот что с ходом делать? Ты его загородил, да? Да. Нормально, нормально. Это как... И еще вон там надо сделать. Вот. Наверное, это лошадь. Теперь еще даже на крышу можешь забор сделать. Зачем? Просто так красиво будет, правда? Все, вроде. Надо построить мельницу. Давай мельницу. А, ну ладно. Мельница самая почти. О, ей внутри такой построен. А, курица. Ну, короче, мы бы обновили, да, нашу эту ферму? Можно сказать. Вот да. А теперь обезопасить. Так. Ой. Извиняюсь. Нет. Не надо. Так. Продолжаем дальше нашу эксперт-стройка. Так, давайте, быстро. Все, быстро.
тебя блоков хватает? Делаем. Специально же нам даются блоки же. Мы же не сами их это как бы добиваем. Давай. Господи, да там наверху блоки. Так. Надо стену сначала одну строишь, потом вторую стену. А, лошадь не забегает, это мельница. Это не ферма. Блин. Она так повернулась. Красиво, блин. Так. Да блин! Мы на тебя не залезали. Наел. Так, строится наша мельница. Да, в принципе, мало осталось. Да, мы, можно сказать, одну треть сделали от постройки. Да все, вот чуть-чуть. Да, вон там, а только вот наверху вот. Проблемочка немного какая-то. А, эти. Лопасть. Ох, нифига себе здесь вертолетные лопасти, блин. Господи, как на себе забраться? Ой, блин. Ой, так быстро блоки ломаются. Да? Там еще один. Так, малыш, думаю, тебе надо это снести вон ту постройку нашу, красивый, бля, народный. Так, все. Ну, как наша красивая постройка. Прям к мельнице соответствует. Нифига себе, Лондон. Лондон, гонондон. Но этот Лондон дохераще стоит. Дохераще. Фига здесь еще. Давай лучше будем... Подожди. Видишь, сколько? А, ну... Маленький домик, в принципе, можно еще построить. Это у нас пока идет тупо чисто деревня. Да, только... потом будет уже сити. Ну да, со временем, со временем. Через так, год, временем. Через месяц, может. Да. Но пока в этом точка. Только можно мечтать. Как мы вместе сказали, блин, красиво. Финальный блок. Сити – это ожидание, деревня – это реальность. Ожидание и реальность. Да, две мастерские обязательно в деревне должны быть. Там прям так написано. Чтобы серенькая горела. Чувствовала? Серенькая такая горела там. Что серенькая? Ну там, блин, чтобы не показывалось это... Построить еще. А, да, да. Бала-бала. Когда песок строить, как будто кто-то пердит. Не, он такой. Так, 2, 3, 4. Вот, посмотри. Вот, видишь, здесь серенькая. Теперь достигнут лимит. Достигнут лимит. Так, давай теперь построим, сейчас, стой. Давайте последний домик построим и, ну, и все, наверное. Придется заканчивать с вами, с видосом, точнее. Что это? Подарок? О, прям подарок прям при фронте. Да? Не заберешь, не выпущу. А, нет, это не вход. Это. Там просто... Ну, что это там? Это маленький вход. А, деталей не хватает. А как? Не понял. Что за фигня? Я же тискал. Хватает, спрашивал еще.
Я думала, это... Как его? Думала, они нам так просто дают? Не-е-е. Чуть делаешь, на халяву, что ли, тебе дадут? Но они же нас просят строить. А? Я думала, если они нас просят строить, то значит они нам будут давать. Я так думаю. А, ой, у нас дуба нету. Полностью дуба. Господи. У нас есть только камень, булыжник и вот эта фигня. Что у нас вроде... О, нет, нет. Как дуб получить? Да сейчас дерево нарубим. А, да, точно. Обычным методом. Ну-ка, подарок забери-ка. Так, давайте. Надо искать именно большую икру. Ну-ка. 9 блоков дерева. Дуба, точнее. Ну, это обычное дерево. А, да. Не дуб, ничего. У нас, блин, деревья, у нас, блин, листва, какого, летающая, да? Теперь, когда мы вырубим деревья, у нас листва летающая. Пук, и пук, всё. И вот давай последний. Это летающая тарелка, блин. Это инопланетяне, это, как его, замаскировались. А, нет, все. Сколько? Сколько, сколько? 32. Норм, норм, норм. Как раз здесь близко это, да. Деревья. О, еще один последний. О. Тарелка подлинная. Нифига длинная. Себе. Длинненькая, длинненькая. Капец. Вот другое дело. Не и то, вот... что эти мелкотня, блин. Так. Все. Все, ну, точно, точно хватит уже. И вот это дубовый там, вот это. Потом, потом. Это доски, а не дуб. Ну да, дубовые доски, короче. Или просто доски. Тюк, тюк. Все. Больше нету, больше нету. Так. Давайте дальше строить. Вот. Это у нас чего мы строим? Я забыл. Дерево 36. А это дом. Обычный дом. Это он волк изображает. Молодцы, догадались. Это же детский садик. Мы должны догадываться. Так. Нам хватит, да? Думаю, должно хватить. Стоп, а дубовые доски где нам брать? Если вдруг закончатся. Да, они даются сами. А, да? Ну, добывать? Можно другие здания ломать, я же тебе сказал. А, да. А, ой, 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 не надо! Блин. Чё мы нажали? Смотреть видео. Господи. Так. Ну что ж, ребята, сейчас мы вот посмотрим видео. Вот просто хотя бы что-нибудь достроим. И, наверное, придется заканчивать с видосом. Да, тоже время. 39. 39 минут уже видос длится. Капец, помню. Господи, это долбанная реклама. Йо-хоу, блин. Давай, не долетел до финиша. Так. Что за фигня?
Ладно, пофиг. Потом какая-то фигня. Может быть, скачаем эту игру. Да. Кстати. Играть. Сейчас быстренько домик достроим, наверное. А, у нас деталей дофигища, да? Как раз мы сможем достроить домик. Мы сегодня много, да, что сделали? И деревья посмотрели. О, 9 алмазиков. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Так. Знаешь что? Смотри, сюда же ходят там всякие туристы. Ну, короче, не туристы, а другие игроки, ну, смотрят, да, да, деревья. Они же могут брать подарки? Нет. Вот это очень хорошо. Потому что мы без денег остались. Ну блин, а купить? Так. Там нам мало осталось, да? Да, немного. Здесь всего 271 деталька. Смотрите, мы строили одну башню, там вообще 1000 деталей было. Как ее вот такая охранная башня? Есть какая-то? А потом мы строили самый большой дом, помнишь? Да, там вообще... Еще там 2 миллиона, что ли, деталей. Не знаю. Нафигища. Мы обосрались, когда строили. Так, а осталось такие, 3 детальки. Всего 3 каких-то. 1, 2, 3. Все. Как мы обещали, мы закончили стройку этого дома. Так, мы открыли рынок и еще какую-то там... Да. А, и... Дом. И современный дом. Вы знаете, что строили? Мы вроде вот это и строили, конюшню. Вот, вот это. Сторожевая башня. Знаешь что? Мы не вот эту сторожевую, мы... Еще вот казарм строили. А вот это, а здесь вообще... Да, это церковь. Блоков 1256, представляете? Ну, до этого мы дойдем. Ну что ж, мы, как и обещали, построили... О, какой. 4000 блоков! Это что это? А, туническая часовая. Ну, 4000 блоков! Да. Ну, кажется, маленькая такая, на самом деле 4000 блоков здесь. Да фига. Ну что ж, ладно, ребята, с вами, к сожалению, наверное, придется прощаться. Если вам понравилось данное...